Короче, поехали мы домой. Тяжелый. Короче, что-нибудь еще по дороге засниму, но не сейчас. Уже вечер. Позже, естественно, поснимаю. Сидим на вокзале, ждем поезд. Прибывает наш поезд, сейчас пойдем. Правда, там в женском туалете такая треветушки очередь. Жесткая, я вам могу показать. Вот. Там до туалета еще 30 метров. Целые. Этого тут не было, если что, это наше. А че и карточки от двери даже нету. Ладно. Еще чем попробовать расстелил. Не было двух комплектов. Люди с Сухума ехали, тут выходили. Сейчас отдали. Ну, у меня просто вторую наволочку охота. Видон, конечно, классно. Сейчас мы отъедем. А наша сторона моря, как ты думаешь? Я что-то вот... Да, наша сторона моря должна быть. Или нет? Блин, нет. Там что ли море? Короче, все, постелились. Что-то подушки, правда, низковаты. У нас тут окно. Я открыл. Едем, сейчас будем ужинать, так сказать. И не знаю, что делать. Связь уже пропала. Ну, такая появляется, то пропадает. Хостел, кстати, проехали. Пока я тут стелил. Ну, пока стелились, разбирали вещи. Ладно. Вывески не видать, поэтому и тут у нас поезд, вон люди. Вот, вот этот видон был ничего, если бы я про него помнил. Это Сочи мы проехали, если что. Так быстренько шуруем, да? Уже Сочи пролетели. По-моему, на электричке дольше ехать. Не, конечно, я утрирую. Просто, во, этот Сочи Молл, кстати, парковка около него. Помнишь, около дела тут жил? Чел на газели, ой, на Ниве. Помнишь? Ночевал тут около него. Едем Лазаревска, вот это точно Лазаревска. Ой.
полный поезд, короче, битком. Я уже зуб почистил сейчас. Будем, наверное, завтракать. Примерно уже в Воронежской области. Уже снег. Какой холодно. Остаток окно, конечно, как бы вентиляция. Она, в смысле, открывается, но она плохо прилегает. Степи и поля немножко заснеженные. Ну, я думаю, минус 20 градусов точно есть. Мой холодильник от окна, я не знаю, 2 градусов. Ну, градусов 10 есть, чтобы она не спустилась. Купе заснял? Я же заснял купе? Да. Это 306 поезд Сухум. Москва, Казанская. Но мы сели в поезд Адлер или еще что. Мы выкупали полностью купе. Оно нам вышло, по-моему, около 18 тысяч. Но покупалось примерно при старте продажи, это где-то еще в октябре, в сентябре. Если что. Типа вместо вытяжки. Вода есть горячая, холодная. Иногда кто-то умный накрутит, тут краны, конечно, ума блес. Кто-то умный накрутит красные, горячие, то есть, и кипяток, пипец. Показываю еще раз наши купе. Принесли второй комплект. Второй, третий, четвертый. Мы поселили подушки. Окно открывалось. Но я ночью хреново закрыл, и было очень холодно. Это мой косяк, не вагона. Едем где-то примерно в Воронежской области. Скоро Воронеж будет. А, кстати, вот этих карточек всего лишь 3 почему-то. Если что.
у проводника дошираки остренькие. Точнее, не доширак, это роллтон. Я предпочитаю больше роллтон. И у нас тут паштетик последний остался, лососем. Ну, конечно, с лососем будет у меня, кажется, так себе, но Юлька не будет, а я съем. Вкуснятого. Сейчас мы это все разложим. Короче, дошик стоит проводника 130 рублей. Этот паштет мы покупали в Перекрестке 279. Ну, с паштет, ну это правда лососёво, лучше какую-нибудь индейку или курицу. Ну, что есть, то есть, доедаем. Нам еще. Вот он, Воронеж. Сходил, взял водички. 35 минут остановка. Сейчас поедем. Скоро, да не сейчас, скоро снег идет. Кстати, тепло. Но куртку надо будет я весенней, осенней. Надо будет переодеть. Перед Москвой. В Москве холоднее. Доброе утро. 4:30. Через 10 минут подъедем к Казанской. Уже Москва, считаю. Да не считаю, Москва. Короче, мы приехали. Каль вообще, минус 20 чет. Жесть, народу очень много. Метро, походу, еще не работает.